Итак, друзья, простой вопрос, который мучает нас всех. Когда же выйдет MIUI 12 для Redmi Note 7? Ну вот у меня Redmi Note 7, который сейчас не хочет загораться, потому что села батарейка. Так вот, друзья, я бы, конечно, прочел всю статью, но не хочу вам пудрить мозги, потому что вообще, в общем-то, результат в конце статьи. И что я вам хочу? Конечно же, результаты разочаровывают, друзья. Если мы ожидали MIUI 12 для Redmi Note 7 там, летом, во-первых, весной, потом перенесли на лето, и вот лето закончилось уже сентябрь, осень. Так вот, глобалка и более российская версия будет доступна не раньше октября. Redmi Note 7 и Redmi Note 7s получат обновление MIUI 12 уже в середине сентября. Непонятно, о чем вообще говорил про октябрь человек. Но, друзья, я уже вам честно скажу, уже через неделю якобы, значит, Redmi Note 7 получит обновление. Друзья, я в это не верю. И что вам хочу сказать, прочитав вот эти вот все различные, значит, форумы, когда что выходит, я понял следующее, что самый конечная дата, которые говорят на том или ином смартфоне про обновление, да, это октябрь 2020 года. Отсюда несложно сделать вывод, что я не верю, во-первых, информации, что на Redmi Note 7 выйдет в середине сентября, но уже через неделю появится. Я в это уже, честно вам скажу, не верю. Я так долго ждал, столько разговаривали, вот сейчас и уже нет. Что я верю лично в то, что выйдет Redmi обновление в самый поздний момент, это в октябре 2020 года, для Redmi обновление именно то, которое меня беспокоит, на Redmi Note 7. Тогда же, возможно, и на Redmi Note 5 и так далее. Redmi Note 5 я посеял недавно, месяца два назад. Печально, конечно. Ну, а Redmi Note 7 остался. И я очень его берегу и жду, когда же к нему придет обновление MIUI 12, друзья. Вот, собственно, и все. Ссылка на статьи в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.